Итак, привет всем. В этом видео хотел бы рассказать, как запустить Fallout 4 на видеокарте, которая поддерживает максимум DirectX 10. То есть не поддерживает 11 DirectX, который очень важен, критически требователен к Fallout 4. То есть очень нужен. Fallout 4 не воспринимает видеокарты, которые не поддерживают DirectX 11. Значит, ну, ситуация такая. В общем-то, видеокарта у меня мощная, 4890, гиг памяти, 256 шина, ну, тут 48 серия. Значит, 12 гиг оперативной памяти и 6-ядерный процессор. Казалось бы, ну, есть, ну, послабее видеокарты в два раза, там, чем моя, пускай они поновее, но в два раза слабее или в три там, но держат DirectX 11, соответственно, игра запускается. Ну, это нелогично, так быть, ну, не должно. То есть у меня вполне мощная видеокарта, и она как минимум на средних потянет, то есть, так сказать, потянет эту игру. Так что запустить просто, ну, необходимо. Для этого нам понадобится всего лишь одна небольшая программка, в которой нужно будет просто сделать три операции, и Fallout запустится. Так, для начала я просто покажу, что вот он без каких-либо настроек. Я жму «Играть». То есть сейчас просто появится ненадолго черный экран. Ну, то есть она якобы хотела бы запуститься, но не получается. Все вот. Так, значит, вот программка DXCPL. Значит, ссылка в описании. Значит, что делаем? Ну, там будет архив, вы просто распакуйте на рабочий стол. Значит, что делаем? Запускаем. Для начала идем сюда, Edit List. Здесь нам нужно указать путь к Fallout 4. Не к лаунчеру, а вот именно к Fallout 4.exe. Так, указываем OK. Дальше. В этом пункте нам нужно указать 11.0 обязательно. То есть, таким образом... То есть, вообще, эта программа, она заставляет игру думать, что ваша видеокарта поддерживает DirectX 11. И что очень важно, поскольку, ну, вот в некоторых я смотрел, то есть, в некоторых советах, то есть, не было вот этого момента. И поначалу программа это мне не помогла. Fallout не запустился, пока я в итоге нашел, что еще тут вот третьим шагом нужно сделать, я поставить сюда птичку. Force Warp. Все, жмем применить, окей, и пробуем запустить Fallout. Начну, настройки у меня там вроде сбились, я так настройки особо пока еще не смотрел. Нажму играть, и ну сейчас увидим, что игра запускается. То есть, ну как видим, вот, уже как-никак что-то есть. То есть, ну, все, что нужно, это скачать мелкую программку, которая, кстати сказать, подходит для и для других игр, которые требуют DirectX 11, но ваша видеокарта не поддерживает. Просто скачивайте эту программку, ну, все, вот, Fallout запустился. Все, выхожу. Ну, то уже настройки и производительность, это уже второй вопрос, потому что с этим тоже есть проблемы. Ну, в общем, все, на этом все. Мне данный способ помог. Спасибо за внимание.